Путеводитель по Подмосковью под названием «Вокруг Москвы» запущен при поддержке Комитета по туризму Московской области. 2 из 9 заявленных автомобильных направлений включают достопримечательности нашего муниципалитета. Предлагаются к посещению усадьбы Везёмы и Захарова, где расположены музей-заповедник и усадьба Захарова, одноименный парк и церковь Преображения, а также знаменитый Савино-Старожевский монастырь и ряд других достопримечательностей Звенигорода. Всего в региональном проекте представлено более 230 объектов.